Привет всем! Привет! Привет! Сегодня мы будем снимать первый влог на моем канале. У нас сегодня солнечно. Мы едем, так как сегодня воскресенье, едем кушать с родителями моего мужа в ресторан. Попробую показать вам немножко внутри. Не буду много снимать, не очень это красиво. Покажу, что мы кушаем. И, в общем, до встречи чуть позже. Вот мы приехали. Что мы покушали, я вина напилась. Сейчас едем домой, потом пойдем на прогулку, потому что сегодня очень тепло, очень солнечно, и прям вот хочется пойти на прогулку гулять. Хочу вам сказать, что внутри этого Деда Мороза соседского, он всегда меня пугает, когда с гаража поднимаемся или выходим из квартиры. Я его вижу, я каждый раз подпрыгиваю. Ну, прикольный Дед Мороз, но немножко пугает меня. Покажу заброшенный дом, он не совсем заброшенный, просто очень странно. Дом новый, как бы классный, красивый, но территория как будто вот видно, что никто там не живет. Здесь куча земли, территория просто громадная, там и поля. В общем, мы все вот думаем, гадаем, что это за дом, какая у него история. Я хочу поискать, что-то найти, потому что прям очень интересно, очень-очень. С семьей, с бабушкой. Пускать дрон, ждем GPS, не можем найти. Полетели. Пилот. Ma tu lo devi guardare. Ma posso vedere anche da qua cosa sta guardando lui. Sotto cadi nel fosso. No, no. Ti piace nonna? Всем привет! Это у нас уже второй день, понедельник. Мы едем уже поздно, уже, ну как поздно, почти 4 часа вечера, дня. Да. И мы едем в Верону, в город, немножко по делам, немножко прогуляться с вчерашнего дня. По всей Италии скидки, распродажи большие, поэтому планируем, по крайней мере, пробежаться по магазинам. Ну, не знаю, получится или нет. И беру вас с собой. Вот. И увидимся позже.
недалеко от арены. Она вот там виднеется. Чуть позже покажу вам. Идем пешочком. Да. Queen's chips. Взяли средний кулечек. Сальса андалуза называется. Она пикантная, очень вкусная. Итальяшка. Buono? Buono, sì. Все на сегодня будем заканчивать влог. Мне еще предстоит вот это дерево разобрать, убрать все по коробкам. Как вы думаете, почему такая срочность? 7 января убирать елку. А вот ответит вам полосатый кот под названием под именем Мишка, которая почему-то в последнее время вдруг поняла, что елочка новогодняя — это вот деликатес настоящий. И как заяц лесной залазит под низ и снизу грызет. Вот он, кот-заяц.
Вот он кот вредитель, из-за которого елочка будет убрана. Вот он кот моть. Ой-ой-ой. Все, не хочет кот быть в влоге. Ну и, в общем-то, на этом мы закончим. Пока, влог. Пока. Вот, ну и до встречи в следующем влоге и в следующих видео. Пока-пока.